Мы знаем, что мы призваны поклоняться Богу и только Богу, и мы не должны поклоняться другим богам, но правильно ли и должны ли мы поклоняться ангелам? Я имею в виду, в конце концов, это же существа, которые приходят с невероятной силой и славой, и величием, и они представляют Бога. Правильно ли поклоняться им? Мы знаем, что иногда в Ветхом Завете сам Бог является в образе ангела. Мы знаем, что иногда это Бог, а не ангел, и таким образом Бог говорит через ангела. Другими словами, этот посланник, действительно можно так сказать, что это Сын Божий, являющийся как ангел. Ну тогда мы поклоняемся Богу. И когда Моисею было сказано снять свою обувь, потому что это святая земля, в третьей главе книги Исход, когда ангел Господень является в горящем кусте, и это Бог говорящий. Этот ангел — это сам Бог, но это одно дело. А как насчет просто Гавриила или Михаила или других ангелов? Давайте посмотрим Откровение 22. Это последняя глава последней книги Библии. Откровение 22. Иоанн говорит здесь в стихах 8-9. «Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего». «Ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись». Богу поклонись. Мы провозглашаем это во всеуслышание. Мне не важно, насколько могущественны ангелы, не важно, сколько у них силы. Мы читаем в 4 книге Царств, в книге Исаии, как один ангел Божий поразил 185 тысяч ассирийцев в одну ночь. У ангелов огромная сила, огромное величие. Если бы ангел Господень пришел в эту комнату прямо сейчас, я бы пал на свое лицо, словно мертвый, дрожал бы и трепетал в присутствии этого славного существа. Но ангел сказал, «Я лишь сослужитель тебе». Есть только один Бог, есть только один Создатель. Посмотрите на это таким образом. Вот Бог, хорошо? На триллион миллиардов миль ниже самые сильные ангелы, самые славные ангелы, когда-либо созданные Богом. Михаил и Гавриилы ангельского мира. А затем самые благочестивые мужчины и женщины, а мы где-то там далеко-далеко внизу. Хотя на самом деле, фактически, у нас есть превосходство над ангелами. В первой главе послания к евреям сказано, что ангелы были посланы для служения нам. А в первом послании Петра сказано, что они стремятся познать послание спасения, которое мы получили. Итак, поклоняться ли ангелам? Нет, 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 нет. Поклоняйтесь Богу. Сам ангел сказал Иоанну, «Я только сослужитель тебе, не падай к моим ногам». Нет, Богу поклонись.